Всем привет! С вами Лилия Степанова и это видеоурок масляной живописи. Сегодня мы с вами напишем картину маслом в технике акварели. На примере вот такой вот работы розовые розы. Для этого нам понадобится с вами достаточно ограниченная палитра цветов. Розовый, более холодный уголок. Также можно чуть смахнуть резкость линий нашего эскиза. Смахиваем сухой кистью, затягиваем от контуров краску вовнутрь лепестков, вовнутрь цветка. Получается вот такая вот легкая акварельная заливка. Теперь кисть откладываем. Приступаем к мастихину. Мы видим вблизи цветов у основания больше насыщенных темных тонов. Это и коричневое, и зеленое, и более охристые оттенки. И понемногу будем набирать цветовые пятна. Мы пока с вами не должны обращать внимание на четкие формы. Ну вот, например, четкая форма – это лепесток, это бутон. Мы работаем размытыми пятнами. Мы будем впускать оттенки на фон понемногу, в небольшом количестве. Набираем. Если вы чувствуете, что краски уже много, проще снять ее чистым мастихином, освободить поверхность полотна, оставшуюся краску хорошенько размешать, растушевать и продолжить подбирать более правильные, приятные, светлые тона. Thank you.
можете сделать этот цвет более теплым, у меня получается более такой малиновый, похолоднее. Можете добавить охру золотистую, получится ближе к такому персику цвет. Подписывайтесь на наш канал.